давних времен людей мучает вопрос, кто лучше, актеры или музыканты. Сейчас мы попробуем выявить, кто на самом деле круче. Добрый день, добрый день! У нас в гостях актриса Уитни Хьюстон и актер Майкл Джордан. Вы о чем? Я о том, что я пьяница, и я лучше. Ну и чек с вами, а я зато актер. У меня вопрос. Это правда, что ваша карьера через постель была? Вы знаете, эти вопросы довольно-таки некорректные, а я добивалась всего своим прекрасным голосом. А что это правда? Я был там свидетелем, оказался. Нахал, певцы лучше. Во-первых, потому что я себе на жизнь могу зарабатывать, ну, буквально все могу прийти, спеть, и мне за это все заплатят. У меня вопрос, почему вы решили стать актером? Потому что актер, он может быть кем угодно, даже женщиной, животным. А вы и это музыкант. Музыкантом вы стать не сможете, потому что у вас нету своих природных качеств. А вот у меня есть, я могу прийти в клуб и спеть, я же уже говорила. А вы не сможете ничего сыграть. Кто вам это говорил? Я думала, у нас серьезная передача. Вы полный говно! Как видите, до сих пор не могут разрешить вопрос, кто лучше, музыканты или актеры. Иван, мы лучше.